Так, всем привет, с вами Сёва Линчай. И мы рассказываем, как мы провели нас сегодня, рассказываем. Рассказываем, как мы провели наш день. Что за детка был? Какого был врача, мам? Когда он был врача, Терапевт сначала, потом хирурга. Потом он пошел в био, что он купил в био? Уже продуктов нет, которые он бил. Слушай, я не помню. Не сметана, сколько стоит? Там купил. Вроде уже достала. 57. 57, блядь, оценка. 5. Потом вот купил хлеб, сколько? Хлеб. 5. Не, сколько стоит хлеб? А хлеб 35 рублей. 35 рублей, оценка? 5. Потом он купил сахар. Сколько? Хорошо. Телеску взял, сахар, сколько стоит? Сейчас сахар... 45 рублей. Устала? 45 рублей. Устала ты? Сахар стоит 45 рублей. А ты устала? Ну почему я устала? Я не устала. 45 рублей. Ну что дальше? 45 рублей. Угу. Оставь, это буду занимать. А слушай, ничего не случилось. Ползай, да, что дальше? Не сюда ползай. Что дальше ты рассказывай. Давай, рассказывай. Потом, итог, сколько ты платил за хлеб, за... Еще что купил в Било? Я не помню, Лёв. Персик, сколько стоит? Персики. Персики стоят... Ну сколько итог ты платил? Итог сколько? Мам, итог. Так, персики... Не, итог сколько? Нет, не покупал. Итог сколько, мам? Итог, мам. Итог. Ну, итог. Мам, итог. Сколько? Итог сколько? 270 рублей. Муха. Ну, влетела муха. Что теперь? Почему? Я решил снять. Это будет удивлять, он меня укусит. Ладно, давай, Леша, мало время остается на съемку. Вот закончится съемка и все, Леша. Леша, закончится съемка и все, и товар будет стоять долго, это плохо. Потом, итог сколько он доплатил за все? 70 рублей. 170 рублей. Потом, дедушка пошел на рынок, что он купил на рынке? Что на смородине? Чего смородина? Сколько стоит? Сколько стоит? 370 рублей. 370 рублей. Итог 370 рублей, потом я пошел домой, по ступенькам, доехал на лифт, открыл дверь ключом, доехал на лифте, высыл, потом, приехал дядя Миша, сначала был дядя Миша, не приехал дядя Миша, дядя Миша был на работе, мама? Да, дядя Миша был на работе, потом... Потом я не сразу пошел в перекресток. Перекресток, мам? Да, перекресток. Потом пошел перекресток. Да. Пошел перекресток, взял тележку. Купил такую рядом. Сколько она стоит? 80 рублей. 80 рублей, оценка? 5. Класса. Ну же открыть, что ли? Нет, поставь, не открыть. Ну поставь. Ну хорошо, поставил. Давай, Лёш, у нас время идет, у нас мало. А то купили вот такую вот рядом. Вот такую вот кефир, сколько стоит? 75 рублей. 75 рублей, оценка? 5. Угу. Потом он купил чипсы, сколько стоит? Чипсы 50 рублей. Небольшая упаковка. Ну 50. Ну, блин. На сколько? Чипсы, его на сколько? Сто. Ну, 100 рублей. Какой стоит? Подумай. А сколько? 60 рублей? Нет, такие чипсы, которые он купил. Где? В перекрестке. 55 рублей. 55 рублей, оценка? 4. 4, почему? Что вредные чипсы, жареные, много масла. И дорого. Потом он купил минералки. Сколько стоит минералка его? О, какая? Которую он выпил. Пару зомби. 70 рублей. 70 рублей. Потом он купил еще кока-колу, сколько стоит? Там, нет, там, куда купил перекрёшки ещё. Ну, там, наверное, 57 рублей. 57 рублей, потом был рыбку вот эту, солёненькую, сколько стоит?
120 рублей. 120 рублей, потом купил рыбку, вот эту. Колбаска. Сколько стоит колбаска? Колбаска стоит 60 рублей. 60 рублей, итог? Нет, 160 рублей. Итог? Итог 1000 рублей. 1000 рублей. Потом Денис приехал к нам, тело на машину, доехал, высел. Да. Высел, подняв по ступенькам. Потом я Денис подняв ступенькам. Откуда я ключом, я по ступенькам, доехал на лифте, высел, разделся. Разделся, потом пришел к нам. Да. Разделся, пришел к нам. Да, к нам. К нам, потом поужинал, посидел зуб, лег спать. Потом мы поужинали, сон плюс релакс, плюс тикток, плюс релакс, плюс тикток, плюс бал... Не болтали. Сон плюс тикток, плюс релакс, плюс хороший отдых. Потом легли спать, встали, дядя Миша поехал, дядя Миша... Потом позавтракали, дядя Миша пошел в магазин. Мы никогда не шли. Дядя Миша пошел. Новые штаны одел. На какую отметку новые штаны? Отлично, пятерка. Потом дядя Миша пошел в магазин. Сначала дядя Миша пошел. Вот такой хлеб дядя Миша. Да. Сколько такой? Удобный. 87 рублей. 87 рублей, а цена? 5. Ну дорого очень. Ну нормально, давай. 5-7. Пятерка, давай попробуем. 5. Я попробую сейчас. Хлебный дом называют. Со трубями. Отлично, давай дальше, рассказывай. Сейчас попробую немножко, а вот эту скорость с этим. Я чекаю тут кола. Убирай. Еще колбаску сказал забыть. Да, рассказывай. Убирай. Заберу я сейчас, походу, я хочу еще семечки поем. Ну это да, блядь. Лёд, ну не надо видео плохим делать. Не надо, подожди. Не надо видео плохим делать, рассказывай. Блин. Не обращай внимания. Ну я не делаю, пожалуйста. Ладно. Можно есть. Давай. Итог, сколько доплатил? 80 хлеб только, сколько? 87 рублей. 87 рублей, посол, ароматный мир. Как называется это место? Я просто посмотрю. Пошел ароматный мир, да. Ну, мне так дядя влезет. Что ты пристал, давай? Ну, этим не понравилось. Ладно. Блин, Леша, ну ты совсем уже. Ты рассказывай, свои дела делай, Леш. Потом я мецозов красный и белый, купил орезки. Как называют орезки его? Их уже нет. Тут не орезки, это были бабы же. Бабы, сколько за это стоит бабы? Ну, рублей 100. Рублей 100. Оценка? Вкусненькие. Оценка? 5. 5. Потом я не купил такие вот чипсы, сколько стоит? 100 рублей. 100 рублей, а с этого? 5. С помидором, кстати, сними. Это пикантный томат. Пикантный томат. Вот такой томат. Ну, любитель, на любитель. Мне тебе не нравится. Ну, давай еще раз попробуем, может, нормальный. Попробуем, можно. Да и он сейчас ничего не съел. Попробуй. Вкусные? Не так тебе. Можно. Нормально. На какую отметку? На 4. Потом я не скупил 2 бутылки кока-колы. Купил дядя Миша 2 бутылки кока-колы. Сколько стоит 2 бутылки кока-колы? 2 бутылки кока-колы? Да. По 0,9 сколько? 2 бутылки колы стоят... 57 рублей. 57 рублей, а сколько? 5. Кола всегда 5. Итог, сколько ты платил за колу, да, вот это? Итог... За все заплатил? Да, продукты в ароматном мире. Сколько ты платил в ароматном мире? 380 рублей. 380 рублей. 380 рублей, потом дядя Миша зовут домой, подняв ступеньки. Потом попью. Потом дядя Миша подняв ступеньки. Потом я без подняв, открыл 2 ключом, я подняв ступенькам. Да. Подняв ступенькам, доехал на лифте, высел, да. Разделся. Съел еду, которую мы купили, которую мы купили. Да. Купили. Потом мы пошли в магазин. Да. Потом мы пошли куда? В аптеку. Какую аптеку? Вчера. К аптеку? Да.
Ну все, пошли в аптеку. Пошли в аптеку, что нам выписали? Ну, мы тебе там лекарство заказали, завтра пойдем делать лекарство. Сколько стоит? Сколько стоит лекарство? Так. Сколько? 615 рублей. 615 рублей, оценка? Ну, не знаю, еще дороговато. Оценка? Ну, пускай будет 4. 4. 4. Потом. Потом. Пошли в другую аптеку. Что купить? Да, и... Не, покажу вам, что купили. Рибоксин. Нет, я покажу, бля. Да, рибоксин. Туда. Пошли в другую аптеку, пошли в Альфа Фарм, купили вот такое лекарство. Да, сок, Рибоксин. Рибоксин, сколько стоит? 60 рублей. 60 рублей, оценка. Пока не поняла, ну вроде... А что? Давай 4 пока поставим. 4. Потом давай посмотрим. Какую тебе лекарство купила? Другое. Второе... Кардивилол. Кардивилол, сколько стоит? 300 рублей. 300 рублей, оценка. Не поняла. Оценка? 4 пока. Не 4. Знаю, итог сколько заплатил? Итог. 36 рублей. 36 рублей. Кто пробил тебя? Ну там пробили мне. Там, там продавец пробил. Девушка? Нет, мужчина. Чего? Ну мужчина пробил. Давай сюда. Потом вышли из магазина, вышли из аптеки Альфа Фарм, пошли в рыбный магазин, ничего не выбрали. Оценка? Оценка 3. Три, три, потом вошли фикс прайс, фикс прайс, вошли фикс прайс, потом вошли фикс прайс, фикс прайс. Наехали на эскалатор, всегда поднять ступенькам. Трусики, поднять ступенькам, потом вошли в модису, взяли трусики, сколько стоит трусики? Модис, 100 рублей, двое трусики. 149 рублей. Как 149? 499? 400, я бы сказал. 199. 499 рублей. Да. Давайте итог 499 рублей. Оценка? Оценка... Пока я их не носил. Оценка... Ой. Оценка 4. Почему? А сколько тут? 4. Поставьте их? Да вот тут вот, тут укол мне их тоже. Ну вот потом сказать. Ну потом. Давай, говори, говори, хорошо, хорошо. Я давай, вступил. Давай, что там? Потом вошли в фикс прайс, взяли телеску, да. Чужую. Да. Чужую? Да. Мужчина брал тележку? Угу. Кто брал? Мужчина брал, да. Мужчина взял тележку, потом да. Мы взяли тележку, тележку. Да. Тележку, купили вот такое печенье, сколько стоит? Да, 55 рублей. 55 рублей. Давай. Оценка? Нет, это печенье вкусно, надо было оценку на самом деле побольше, что-то я... Скам тетя принесла, оценка? Да, тетя. Оценка? Тут такое ощущение, что вообще, я ее ни разу с ее ребенком не видел вообще. Ты видел ее с ее ребенком? Хорошая? Я не видел. Она курит? Наверное. Оценка самого свидетеля, оценка? Лучше не встречали. Оценка? 3. 3. Потом купили желательные конфеты вот такие. Сколько стоит? Сколько стоит? 55 рублей. 55 рублей, оценка? 5, вкусная. Ну это 5 минут, немножко помятая. 5 минут, немного помятая. Угу. Купили вот такое печенье. Угу. Купили вот такое печенье, сколько стоит? 27, да? Или 18? 18. 18. 16 рублей, оценка? Вкусно, 5. 5, а ты как сказала? 27, нет, 18. Итог, сок, типа, все, воду взяли, святой источник, синий святой источник, сок стоит? 0,3 литра, сок стоит? 11 рублей. 11 рублей, оценка? 5. 5. Итог, итог, сок заплатили? 250 рублей. 250 рублей. Потом вышли из магазина Фикс Прайс, зачем 250 рублей. Взяли, потом пошли телеску на место, сказал до свидания. Пошли еще обаленку, ничего не взяли обаленку. Нет, зашли, посмотрели. Оценка? Ноль. Ноль, оценка?
Ну, они ничего не увидят. Потом, если встреча экспресса, потом я ступенькам. Если так город центр его спасат, пошли потом, пошли магазин Дикси, потом, пошли магазин Дикси. Что взяли в Дикси? Не, что взяли в Дикси, мам? Колбаску. Не-не-не, что взяли? В Дикси именно? Да. Колбаску такую. Колбаску взяли, Великолупская вязанка. Великолупская вязанка. Почему? Молочная. А ты ее создала? Потому что это как вязанка завязана. Не-не-не, купили, была другая вязанка. Сколько всего вязанка другая? 245 рублей. 245 рублей, а сколько? Три. Три. Будет по акции, возьмем. Угу. Чего? Да, будем по акции возьмем. Ты мне обещаешь, что будет? Конечно. Взяли вот такую вот колбаску. Сколько стоит? Сколько стоит? Сколько? 145 рублей. 145 рублей, оценка? 5. 5. А дедушка на какую отметку? Что? А дедушка на какую отметку? Показал 4. Дедушка? Какая дедушка? Вот это дедушка, по-моему, 4. Ваша 4. Оценка? 4. 4. Твой вердикт по поводу колбаски. Да хорошая колбаса, съедим мы ее. Потом купили вот такую, сначала купили вот такую сметану. Сколько стоит? Угу. Сколько стоит? Купили такую сметану, сколько стоит? 39 рублей. 39 рублей, я знаю. Не знаю, я 4 поставим, не знаю. 4. С виду вроде симпатичная. Телегу брали или нет? Нет. Потом взяли вот такую, взяли такую кока-колу, ванила, две бутылочки, сколько стоит? Ванила стоит, так, 55 рублей. 55 рублей, оценка? 5. 5. Угу. Вот такой состав, засними. Угу. Все знают такой состав. Куда это? Давай. Куда? Угу. Еще такая кока-кола. Несколько вот такая. Это мы купили. Вкусненькая. Итог, сколько заплатили? Итог. Мы заплатили за нее. Не, все за все, да. Колбаску, за сметану, за колу. 200... Нет, 200... 80 рублей. 280 рублей. И помидоры купили. А, помидоры. Сколько? 280 рублей. 280 рублей. И оценка? Ну, 5, хорошо. 5, итог сока. 280 рублей. 280 рублей. 280 рублей. Рублей. Потом. Не так, он потом. Потом. Вышли из магазина Дикси. Потом. Вот летка велик. Попили воду святой. Попили воду святой источник. Оценка? 5. Попили кока-колу. Оценка? 5. Потом сидели в квеке, пошли домой, рассказывай ты. Пошли домой, подняли ступеньком, доехали на лифте, потом сели на лифт, доехали, высели, разделся, дядь мисс не встретил. Потом взял такой стратил, поужинал. Да. Помылся, поужинал. Зубы потеть зубной пастой. Потом сон, плюс релакс, плюс тик-ток. Да. Плюс хороший отдых. Потом легли спать. Поскольку я тебя разбудила? В 9 утра приехали. Оценка. Ну, за то, что они так рано приехали, 2. Потом приехал яйца, приехал картошку, сколько стоит? Сними картошку. Не ладно, сними. Вот такая картошка приехала, сколько стоит? Мы купили картошки на 45 рублей. На 45 рублей, оценка? 5. Потом лук взяли, сколько стоит? 145. 45 рублей, оценка? 5. Приехала вот такая вот водичка. Сколько стоит? 28 рублей. 28 рублей. Оценка? 5. 5. Мы ее любим.
Алия из Тодера приехала. Потом Архыз приехал. Сколько стоит? Пять? Не, сколько стоит? А, 20... 36. 36 рублей. Оценка? Пять. Оценка? Пять. Потом приехала маленькая Синевская. Сколько стоит? Синевская, да? Такая. А, 13 рублей. 13 рублей. Оценка? Пять. Вкусненькая. Пять. Но слабо газированная. Ну ничего, оценка. Вредно, когда сильно газированная. Оценка? Золота. Пять. Вредно? Угу. Вредно, конечно. Не туда, просто поднимать не будем. Давай нормально, потом поставим. Приехала вот такая вот... Синецкая приехала, 1,5 литра, сок стоило. Вот это. 20 рублей, оценка? 5. Куда? Угу. Приехала такая от Кока-Кола, сколько стоит? 80 рублей. 80 рублей, оценка? Ну, дороговато, 4. Вот такой состав засними. Угу. Угу. 1,5 литра. Ну, что-то принесли, мы тащили. Только не вертай, а то прольется. Приехала такая вот рыбка. Прольется, все, хорошая рыбка. Сколько стоит? Хорошая, 67 рублей. 67 рублей, оценка? 4. 4. Дороговато немного. У нас слабосоленая. Приехала такая вот тусонка. Сколько стоит? 87 рублей. 87 рублей. Оценка? 5. Ой, хотя мы не ели. Ну, надеюсь, все вкусное. Положи. Ну, хорошо, положила. Потом приехала такая вот кукуруза. Сколько стоит? 49 рублей. 49 рублей. Оценка? 5. Очень вкусная. Потом. Заказали вот такие вот сосиски. Сколько стоит? Сосиски вятские. Вятские. Мясная коллекция. Сколько стоит? А шашлыки тоже мясная коллекция? Или нет? Шашлыки как называется? Не помню. Сколько стоит? Уже подорожали. Были 66, стали 77. 75 рублей. 75 рублей, оценка? Хорошая, 4. 4. Угу. Чисто взяли, сколько стоит? 50 рублей. Ну, 49. 49 рублей, оценка? Вроде хорошая должна быть. 5. Оценка? 5. Показать вам? Да, показывай. Давай. Я пока кучу. Теперь вот такой вот тесто. Это мало. Сколько стоит? Дрожжевой пластик. Сколько стоит? 109 рублей. 109 рублей, а сколько? 5. Угу. Да-да, все отлично. Угу. Не подался. Ну рак-то давно уже. Ну, не знаю. Рак, оценка. Ну, фруз привезли, не знаю. Оценка. Нет, 4. Что с ним делать, непонятно. Зачем на улице темно? Да, вот это темно.
На улице темнело, я сидел под окном. Кстати, такая песня есть. Тёпать по продуктам. Проехали по проедем по продуктам. Купили... Проедем по продуктам. Купили вот такой вот йогурт, зерненный, клубничный. Сколько стоит? Сколько? 20 рублей. 20 сколько? 20. 20 рублей. 20 рублей, а сколько? 5. 5. Вот такой состав засними. А с чем? С клубникой. А где клубничка? Вот. Приедет дядя Миша, будем есть. Приедет дядя Миша, будет есть. Или мы сами сидим? Как хочешь. Ты как? Не знаю. Если не сидим, оставим дядя Миша. Ладно. А если сидим, то он... Куда это? Без проблем. Давай следующий чё. Потом доказали вот такой один йогурт. Сколько стоит? Торт? 25 рублей. Оценка? 5. Оценка? 5. Заказали сметану. Искренний вас. Сколько стоит? 60 рублей. 60 рублей. Оценка? 5. Оценка 5. Вот такое нам сказали, сколько? Ронда. Ронда, сколько стоит? 25. 25 рублей, а сколько? 5. Так, не заставить тут оплатить. Не, вот это сказали. Вот это сказали, сколько такое стоит? С бананом, сколько стоит? 30 с бананом? Да. Сколько? По-моему, по 11 рублей. По 11 рублей. Что это? 11 рублей. Вот и. Я потом где буду пробовать. Это дали вот такую вот клубнику. Сколько стоит? А тоже 11 рублей. 11 рублей, сколько? Не знаю. Пока 4. 4. Вот смотри, в этот раз они доехали. Заказали такие вот конфеты. Сколько стоит? 25 рублей. Ой. Вот это все, по-моему, на 45 рублей. На 45 рублей, на 45 рублей. Оценка? 5. 5. Угу. Сказали, такие конфеты есть, сколько стоит? Сколько? Сколько? Так, без салфетки стоит 20 рублей. 20 рублей, оценка? 5. До свидания, так. Угу. Заказали еще одну пачку салфеток таких, засними. Да. Засними. Не сняла. Ну вот он самый, что снимать-то? Зачем это оставить? Сколько стоит? 25 рублей. 25 рублей, оценка? 20. 25 рублей. 20 стоит. 20 рублей, оценка? 5. Нет, оценка. Подорожали, оценка. Что ты, подорожали? Оценка. 5. Подорожали. 4. 4. Итог, сколько заплатили? Все вместе? Да. 1196. 1196. Засними морковь. Оценка. Там лежит морковь. Сколько? Снимать? Да, засними. Ну, открывай. Нет, соседний. Засними помидоры эти, засними. Сколько стоит? Сколько стоит? Сколько стоит? Сока. 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 36 рублей. 36 рублей. Купили палатку через. Сколько? 29 рублей. Оценка. Пользуются моим. Оценка. 5. 5.
5. Купили такой вот кетчуп давно. Сколько такой кетчуп стоит? Такой кетчуп стоит... Так. По-моему, 38 рублей. 38 рублей, а с этой? Ну, оценка на самом деле, ну, 4 с минусом. 4 с минусом. Зачем состав? Да, куда за сколько снимают? Все, да, заканчивай. Сколько? 30 минут. Все, Леш, прощайся, а то сейчас выключится. Потом еще что сюда снимаем, Леш. Чего? Давай. Что снимаем? Давай. Сколько еще упали? Все, больше ничего. Итог сколько? Итог сколько? Я через... 50 рублей. Ой, 50 рублей. Ой, нет, все купили в зале, когда хотел. А. Купили такие вот зале, сколько стоит? 60 рублей. 50 рублей, оценка. 5. Оценка. 5. 5. Или такой маленький. Сколько такой маленький стоит? Клубника. Клубника. Сколько? 4 штуки. На 230 рублей. На 230 рублей, оценка. 5. База, потом ярче ушел кулера, цепа. Ну пришел рано, я не хочу, что ты будешь приходить, блин. Не достали так рано приходить. Кулера стол, а цепка. 4. И тот фок два тебе в ярче. 5. А. Мы платили. 1196 рублей. 1096 рублей. Оценка. 1196 рублей. Оценка. Ну что, пятерка, то курьер, он приехал, за это двойка. Потом позавтракали. Написал в дедушке, как мы с ковцом проснули, написали я, что доплатили. Полдень поставили чек. Потом посмотрели позавтракали, написали, что мы будем завтракать, смотрели видео, видео, написали, что мы завтракали, что ели. Потом смотрели видео, как Коска ест этот колбасу с ними. Да. А потом написали продукты, сколько продукты написали, которые мы купили, девку встал. Хотел написать, но девку встал, оценка. Оценка 4. 4. Скабы все, линчайка, скабы все, линчайка, взымай.